Да-да, это катка, задание зимней охоты, которое ни хрена четвертый раз уже у меня не засчитывается. Всем привет, дорогие друзья, я к вам на минуту. Просто хочу вам показать новые бабаскины Warface, которые будут даваться либо за зимнюю охоту, либо они будут купаться за кредиты. А откроются они только тогда, когда админы наконец уже додумаются выпустить новость, то что у нас уже достигнута четвертая глобальная цель – зимней охоты. Но у них до сих пор нету новости даже ВКонтакте. Что за бред, я не знаю. И охота по-прежнему лагает. Но суть не в этом. Вот такие вот будут женские уникальные скины. Называться они будут Валькирия. Отряд Валькирии. Ну, вроде бы вот так вот. Будем, в общем, их ждать на основных серверах. Либо в заданиях зимней охоты. И еще. В следующем обновлении в игру добавляют золотую сайгу. Так как нашивка есть в игре, а самой сайги еще нету. Непонятно, правда? Ну, короче, следующее обновление будет сайга 12C, золотая. Ждем. У меня все. С вами был Беттер. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока.